День многодетной мамы в Корее. Как говорит мой муж, у меня трое детей. Это он сам, наш сын и также наш пес. Утро начинается с ухода, я делаю классную кислородную маску. Кстати, многих удивило, что у меня с мужем разные ванные комнаты. А я всегда мечтала о такой комнате для своих женских штучек. Пока сынок слушает песни, приготовила себе запеканку и молоко-чай. Также не забыла уделить внимание и нашему пёселю. Ну а после собралась на семейный ужин. Сегодня в Корее был день родителей. Для прекрасной женщины своей свекрови я заранее заказала букет. А муж заказал ресторан. Часто в корейских шиктанах нужно разбуваться. И вот так однажды у моего мужа сперли пару обуви. В шиктанах я люблю есть именно так, накладывать на лист салата мясо и различные закуски и соус. Еще мы заказали очень вкусный суп из утки. А в подарок муж вручил родителям конверты с деньгами. После этого вернулись домой, я покупала сына в травках, уложила его спать и приготовила ванную для себя. Вот так и прошел мой мамский день.